Всем привет! Будем переселять, заодно и смотреть, сколько их здесь приехало. Вот я уже вижу, есть трупик. Так, две. Куда? Так, три. Таких три штуки. Больше нет. Вроде больше нет. Но сам у них сами колонии небольшие. Не знаю. Кушают они желе или нет, так как пишут, что только они едят разные личинки, вот эти легендарные мандибулы. Одна среди них такая крупная. Дам желе, посмотрим. Так, дал им желе. Посмотрим, что будет, какой-то интерес. Но они пока изучают.
Нужно будет им найти то, что они любят. У них какие-то там гусеницы, что-то такое. Оно нет, не хочет. Внутри не видно ни яиц, ничего. Не знаю, чи стоит это им насыпать или нет. Лучше нет. Эти прекрасные мандибулы. Так, желем нужно будет убрать. Проверим. Мокрица. У нее там тоже до хрена ножек. Узнаем. Он возле тебя бегает. Давай по усикам. Ну, и чё? Он там бегает. Давай, я знаю, ты ищешь. Ни хрена ты не ищешь. Может, кушать не хочешь?
Вот, ну, покажи. Да, короче, ни хрена, блин. Буду сегодня голодный. Это жрать не хотят. Давай им омара сороконогую. Может, ты проснешься? Только один бегает. Ну что, решили, жрать будете? Давай, давай первый, ты смелый. Ты смело. Короче, кушать. Или не хотят кушать, или они такую дрянь не кушают. Понятно. Ладно. Я старался. Старался. Чё, пока оставить? Эту мокрицу хай там бегает, что-то кушает. Если они не хотят кушать, то она может что-то там будет кушать. Ну, на этом пока все.